Всем привет, меня зовут Надин Шмафин. Мы сегодня поиграем в демку, которая называется «Что ж вы наделали, отец?». Тут сразу же предупреждение о том, что все это делал один человек с ограниченным бюджетом. Так что, как говорится, не судите меня строго, это все демка и все ради искусства, короче. Нажимаем «Играть» и смотрим, что ж тут у нас происходит. Что ж тут такое случилось? Это вроде бы хоррор, вроде бы триллер. Кто его знает, что там на самом деле? Где вообще хоть что-нибудь? Где все изображения вообще пропали? Только черный экран. Ага, сеттинги сразу же потише. А то я тут нахрен умру. Ну, игра про священника. Игра про священника. Вот он такой ходит, деловитый. Думает. Вот это он размышлять. Ну что ж, поехали играть. Загружается. Все у нас загружается. Я про игру абсолютно ничего не знаю. Так что будем смотреть вместе. В глубинах тени, где эхо, священник чего-то там где-то ходит, и сказка из темноты говорит. Все темно, взгляды каких-то глаз. Демон говорит, подает знаки. О, заблудшая овца, вся в этом, в зашеймленная. Какое-то назови имя. Опа, барашка, барашка, барашка. Можно убрать тексты, я просто нормально посмотрю на барашку. Я что-то как-то не готова резко переводить все эти ваши проповеди с английского. Давайте как-то попроще. Что ж вы наделали, отец? Ну, видимо, отец любил баранину, поэтому он заколол овечку. Овечку-барашка, и теперь он там такой валяется. Давным-давно где-то в Трансильвании. В Трансильвании? Ничего себе, так это у нас оказывается про вампиров история, что ли? А отец-то у нас оказывается вампир? Ну что, он вампирит по овцам, что ли? У меня нет грехов, в которых можно признаться. Я говорю правду. Я чист, как дитя. Я почти сошел с ума, но я подчинился своей судьбе. О боже, этот проклятый день начинался как любой другой. Ничего не предвещало этих ужасных событий. Я на самом деле не люблю, когда говорят быстро. Я не успеваю прочитать, не успеваю перевести. Днем ранее, оказывается, днем. Короче, он молится. Да, придет царствие твое, да, будет что-то там, сила на небесах, еси, вот это все, что он там рассказывает. Не знаю. Да, спасибо, что отвлекли меня. Пойду поговорю по телефону. Hello. Здрасте. Здравствуйте, это отец Матиас? Yes, да, говорите. Чем могу помочь? Меня зовут Марина Констанца. Я член вашего прихода, но я не думаю, что вы меня знаете. Я типа не сильно часто хожу в церковь. Это довольно странно, что я тут звоню и прошу помощи. Я даже не христианка. Мы все дети Божьи, так что давай говори, что тебе надо. Я обо всем позабочусь. Спасибо, отец. Вы так добры. Но я не могу говорить по телефону о моей ситуации. Давайте встретимся лично. Это очень деликатная вещь. Могу я прийти и поговорить? Я не очень далеко. Я уже завершил свои молитвы и готовлюсь к чаю. У вас есть какие-то идеи? Вы так добры, конечно. Я буду клубничный чай. Хорошо, я буду вас ждать. Если я недоступен, Феликс, один из моих студентов, вас примет. Спасибо, скоро увидимся. Благослови вас Бог. Будьте в доброте, покое, безопасности. Ишь, чего она захотела клубничный чай? Нет, ну нормально? Ну, он типа... А что? Осталось пара дней до Рождества. Вдалеке звучал звук органа. Я ждал леди Марину.
Это напоминает мне одну игру, тоже как раз про освещение, тоже там было все где-то под Рождество. Уже забыла, как она называется. Довольно старая игра. Однажды что-то люди на мессе сделали хрень какую-то из глины. Эти сердца чистые, словно золото. Сегодня мы празднуем мессу с золотым... А, я поняла, что он имеет в виду. Что раньше люди праздновали праздник с кубками из глины, но сердцами из золота. А нынче наоборот все, что мы празднуем праздник с кубками из золота, в то время как у нас сердца из глины. А, умные мысли задвигаешь. Так я о чем вообще говорила? Нормально такая... У меня ног нет. Нормальная такая женщина, я, конечно, нет, он ее спросил, типа, вы что хотите, какой чай? Она говорит, клубничный хочу чай. Откуда ты знаешь, может, у меня просто трава какая-то есть, я тебе ее заварю. Какой клубничный чай? Ты издеваешься? Нашла себе тут магазин, ресторан, кафе. Опа, а я модный мужчина, оказывается, у меня какие-то модные журналы. Ничего себе. А Феликс читает такие штуки. Там есть, типа, пазлы. Что? А, ну и вот и как раз про моду там что-то. Быть в черной рясе с белым воротничком — это модно. Короче, он говорит о том, что он дохрена модный и покоряет всех женщин своим видом. Все. Поэтому держит у себя такие журналы, чтобы соответствовать. Хотя он так, как говорится, в этом... Боже мой, без ног. Как он говорится, без ног должен женщин покорять только так. Так, это привилегия в мире служить Господу нашему. А тут, кстати, миленько, на самом деле. Опа, это что-то колеса? Что это такое? Какая-то святая хрень, которая... Короче, святой освежитель. Святой освежитель у меня. У меня святой чай, свежой святой освежитель. Это кто? Леонард Мартон. Простой монах. Но потом он узнал что-то где-то, помог, и ему дали шанс. Что? Новый шанс для множества женщин, которые принесли его жизнь? Чего? А, его нашли мертвым однажды утром, одна из сестер. А, его смерть покрыта тайной. Наверное, стоит погуглить, потому что я что-то ничего не поняла. Но я поняла, что там было много женщин, и был этот мужчина, он всем нравился. Блин, плохо переводить такие игры с английского. Опа, блюбери, у меня есть блюбери чай. Она не заказывала блюбери чай, но с другой стороны, кто ее спрашивал? Господи, она и так приходит со своими проблемами. Будет пить свой блюбери чай. Клубничный она захотела. Из чего? Что это такое? А, так это вот это твои журналы. А, кстати, у нас тут прям так уютно. У нас так уютно. Хорошее место. Слышь, у тебя... Это твои журналы? Это ты мне журналы сказал, чтобы я был модником? Или ты модник? Или кто из нас модник? Или мы оба модники? Я сейчас тебе подойду, подожди. Ты меня не видел, я тебя тоже. Ваза. Сам украсил. Сделано австрийский фарфор какой-то. Так, что у нас здесь? Что у нас здесь? Австрийский фарфор. Опа, подбухнуть? Так может, ну её, этот чай, бери бутылку и нормально. Нет, нет, ну как хочешь. Так, это что? Прости меня, грешника, говорит. Что-то на латыни сказал. Что-то про елку сейчас будет. Какие подарки я получу на Рождество? Какая у тебя интересная елка. Так, это что? Я работал над моей учебой в прошлом. Если бы у меня было время, я надеялась бы завершить. Возможно, он что-то пишет, написывает. О, бог ты мой. О, боже ж ты мой. Он пишет драму о том, как парижанин оставил свою беспечную жизнь и ушел к священникам. Или я не знаю.
Я думаю, это не так важно, что он там пишет. На что его фантазия способна, то и пишет. Я пошла. Так, что тут у вас еще есть? Блин, красиво. Витражи вообще балдежные. Красота. Красота. Так, я позже приму душ. В смысле? Наоборот, прими душ сейчас, а то чай с клубникой, как говорится, не прибьет запашок того, что ты не мылся. С малиной, с клубникой. Здорово. А ты меня ждал вот показать какой-то примерный, да? Сам не мог. Что это за выкрутасы, скажи мне? Или я тоже так должна сделать? Так, и что ты? Так, это невежливо входить в его комнату. Что ты мне скажешь? Ты как? Я наслаждаюсь своим последним днем в этом году с прекрасной погодой. Я вернулся, видимо, с прогулки в парке. Я слышал по радио о массивном шторме, который приближается. Он будет сегодня ночью. Они сказали прогноз погоды, что это будет сильнейший шторм за последние пару лет. Я надеюсь, что нас тут нахрен не унесет ураганом. Кроме того, отец отец Йося, ментально ваши... Что? Струглы с некоторыми мигранцами. У себя... Короче, у него мигрень. У него мигрень, башка болит, и он его спрашивает, ты как? Ты лучше? Тебе нормально? Все хорошо? Я нормально. Это все из-за погоды. Ясно. Зима идет, все становится плохим, погода рвет бошку. Однажды будет тепло и солнечно, однажды будет дождь, а однажды мы умрем. Я пошел делать чай. Хочешь ко мне? Как я люблю посплетничать за чаем. Ты не охренел? Я не звал тебя сплетничать, я звал тебя чай пить. Можете быть уверены, что мне много сахара не надо. Я тебе вообще не положу, не надейся. К несчастью, мне нужно помочь сестрам с поклейкой новых обоев. Я буду через час. Увидимся. Чай он захотел. Из чего чай он захотел? Сахар ему положи. А что тут у нас они сплошные красавчики, не понял? Это точно церковь? Так, это что? Дорогой отец Матьяс Мартен, мы вам положили клубничный чай в честь какого-то празднования. Пейте, не обляпайтесь, спасибо. Это какие-то факты. Но я их, конечно же, читать не буду. Кому интересно, погуглите, как говорится, почитайте по-русскому, нежели я тут буду сидеть и выдумывать что-то на английском. Ты кто? Остаешься на Рождество? Я называю это место домом. Я бы хотела бы здесь очень сильно быть, особенно в течение Рождества. Это приносит мне множество воспоминаний из моего детства, когда времена были лучше. А как вы? Вы выглядите бледным. Я нормально, я просто устал. Устали? Это долгая зима с зимними ночами, которые все беспокойствия. У меня тоже это бессонница. Бессонница у меня. Мы можем вместе пойти в часовню и помолиться. Это, конечно, странно, но давайте помолимся Господу. А можно как-то я сама решу свои проблемы с бессонницей без тебя? Так, надо противостоять вообще всему. Мы тут помогаем друг другу. Я скоро пойду и помолюсь. У меня есть куча вещей, которыми надо заняться. Так что поговорим позже об этом. Конечно, я пошел делать чай. Хочешь ко мне? Прям сейчас мне нужно пойти помочь этим монашкам клеить обои. Они все мужики пошли клеить обои. И оставят меня наедине с женщиной. Там по-любому произойдет что-то плохое.
Очень много работы в этом, в коридоре. И нужно все это закончить до Рождества. Может, потом вечером. Хорошо, вечером попьем чай. Оставляйте меня наедине с женщиной. На меня сожрет, пацаны! Цитрус. А, земляничный. Чайник. Я украду у вас чайник. Не оставляйте меня наедине с женщиной, пожалуйста. Я, типа, священник. Мне такое нельзя. Тыква. А что у нас тыква делает тут? Одинокая такая. Одинокая, одинокая тыква. Что взяла? А, что? А, это заварить чай. Не могу выйти. А что ты встал-то? Сказал, что тебе нужно клеить. Что ты стоишь? А, ты знал что-нибудь? Знаешь что-нибудь про Леди Марину? А, она наша прихожанка, да? Я думаю, что я понимаю, о ком речь. А, я ее лично не знаю, поскольку я в церкви-то сильно там не тусую. Но я верю, что я видела один раз ее или дважды. А, я помню, как глазел ей в спину в церкви. На священной мессе она выглядела нестабильно, эмоциональной. Ее взгляд был зафиксирован на алтаре. Прекрасная юная женщина, но как будто не в себе немножечко. Походу, она кого-то потеряла. Но как я могу быть уверен? Если вам любопытно, откуда я знаю ее имя, это потому что люди очень много шептались об этом. Слухи. Какие слухи? Ну, слухи, слухи и слухи. Говорят ли, что она ведет какую-то не особо хорошую жизнь, и много подозрительного было с ее удачей. Она, типа, дикая женщина. Так что, но я бы не стал ее слишком быстро судить. Говорили, что в течение войны она была замужем за нацистским офицером, и сейчас ее это очень смущает. Она выглядит очень простой, но при этом очень эмоциональной и ментально нестабильной персоной. Кто знает? Бедняга. Нам надо помолиться за нее. Конечно, единственный путь, который мы можем здесь... Единственная возможность, которой мы здесь можем помогать людям, это помолиться за них. Бог простит меня, если я согрешу, и она согрешит, и все мы согрешим. А, я вам оставлю все это. Я, короче, пошел помогать монашкам. Хватит меня задавать эти вопросы. Иди делай чай. Иду делать чай. Реально, хватит тут балаболить. Где там мой чай? Так, чай. Чаечек. Я положила чаечек свой. А, мне нужны кружки. Кружки я видела? Кружки, кружки, кружки. Уже какие-то немытые кружки. Гибискус, заткнись. А, подожди, может тут есть? Может он это... Стоял тут, кружки перекрывал. Где кружки? Ну почему у меня там наверху стояли кружки? Я не знаю, может им нужны какие-то еще другие кружки. Но вообще у меня там красивый такой поднос был. Может из своей этой... У меня вообще-то инвентарь есть. Ни хрена себе. А, у меня инвентарь, конечно, есть. Но... В руках у меня нету чайного сервиза. В общем, как обстоят дела? Нужно сготовить чай, и женщина сама появится. Все очень просто. Если хотите вызвать женщину, готовьте клубничный чай. А, вот так. Все готово? Так, ну. Леди Марина идет. Леди Марина. Добрый вечер, меня зовут Марина, мы говорили по телефону. Добрый вечер, и я отец Мартон, к вашим услугам. Ого! Ого, какая женщина у меня! А что ты сразу с чемоданами? Я тебя боюсь. А, давай я тут постою и буду кидаться в тебя кружками с чаем, а ты там как-то сама уйдешь со своими чемоданами. Я священник. Зачем мне мужики оставили одного? Несправедливо. Ладно, что там надо с вами делать, женщина? Фига ты, конечно. А что я зачем? А, добрый вечер, я отец Матьяс.
Вы можете звать меня отец Матис Мартин. А, нет, это она говорит. Так это вы, отец Мартин. Мартин, пожалуйста, извините меня, если я невежлива. Как я и говорила, я в церкви бываю не особо часто, и я нарушаю этикет, потому что у меня очень сложная ситуация. Не волнуйтесь. Вы так добры, я всегда могу на вас надеяться. Я... Другие люди меня, как говорится, в хрен не ставили с самого детства. Это было ужасно, вы знаете. И теперь я вся такая раненая, несчастная, ищу себе убежище. Простите меня, если я вам тут это на мозги капаю. Мне нужно очень поговорить с вами. А есть кто-нибудь еще? Возможно, мне стоит говорить потише. Никого нету, мы одни. Ясненько, как я и говорила вам, у меня потеря. У меня никого нет, и я чувствую себя, словно я сделала ошибку, если б я не спасу свою душу, не найду какой-то выход. Я не знаю, что она там имеет в виду. Ну, короче, плохо ей, она ищет какие-то варианты. Я хочу признаться в своих грехах, но к моему стыду я никогда не была в церкви. Я обычно читаю гороскопы, хожу к гадалкам, вот эти колесо фортуны и всякая такая дребедень. Ой, я, знаете, вам вообще так много всем хочу с вами поделиться, но... Чем пахнет эта клубника? Я на то его сожрала. Да, чай уже готов. Как просила. Она же разделась. Какое милое место. Мне всегда было интересно, как живут священники. Должно быть одиноко вам тут. Ты на что намекаешь? Она уже разделась. У нас тут все по-простому. Отец, мне любопытно. Ну, ты нормальная, конечно. Вам, священникам, тут, типа, не одиноко? Вам нужны социальные удовольствия? Я имею в виду, типа, курение, бухание, возможно, слушание музыки или чего-нибудь. Еще, кроме трогания органа. А иногда нет, иногда, да, мы по-разному тут развлекаемся. Вы простите меня, отец, у меня слишком глупый вопрос. Спасибо за чай, это очень вкусно и освежающе. Так, теперь давайте поговорим. Как я и говорила, я глубоко ошиблась и чувствую себя защитной. Я не знаю, как долго я могу жить такой жизнью, которая у меня есть. Я не знаю, как мне встать на путь, который бы не звучал бесстыдно. Не краснейте, отец. Это заметно. О, боже мой, как так? Почему? За что? Я чувствую, что словно что-то горит в глубине вашего сердца. Ты уверена, что в глубине сердца, а не чего-то еще? Когда с тех пор, как вы прибыли, видимо, в этот приход, я солгала и сказала вам правду. В то же время я не прихожанка. По факту, вся моя жизнь была... что? Какой-то... Не знаю, Волт вроде бы голос. Волт это антиголос, что? Что-то там про Деву Марию, короче. Я молилась каждую ночь и хотела попасть. Или она, короче, она, может, типа шутила, нашутилась тут, типа, мол, я все врала, я на самом деле глубоко верующая, хочу в церковь. Изо дня в день я не могла отнести себя, ну, прийти, короче, на мессу и увидеть тебя.
Несколько раз я была в церкви все эти годы. Это не помогало, но я чувствовала себя поглощенной эмоциями. Я не знаю, как правильно, но правда в том, что я вас люблю, отец. Ничего себе. Сейчас я найду у вас кнопку вашего сердца. Но я так и думала. Я так и думала, она пришла меня соблазнять. Я не знаю, что сказать. Опа, и сразу загрузка какая-то пошла. То есть разговаривать ничего не стало, она стала раздеваться. Можно без этого? И после этого он ее убил, чтобы она до него не домогалась. У вас, конечно, очень деликатная ситуация. Я не знаю, как быть. Это невозможно. Что я могу сказать? Я не очень хорош в романтической любви между мужчиной и женщиной. Я больше по любви к Богу. Я понимаю, я все понимаю. Я чувствую себя такой наивной. Мне не стоило приходить. Я пойду домой. Не говорите так, нет ничего постыдного в любви к кому-то, но не так же. Мы все еще можем быть друзьями во Христе. Какого хрена? Налейте мне вина, и я пойду уж. Я вылакаю у вас все, что найду, и пойду. Раз уж вы мне отказываете, отец, ну да. А что, получается, в итоге ее мочканул, потому что она его домогалась? Не получилось у них быть друзьями во Христе? Она сказала про вино. У меня, кстати, есть. Ничего себе. А то я давай понюхаем. Как она вошла в комнату, я снял с нее пальто. И она выглядит очень очаровательной. Да я вижу, как очаровательной она выглядит. Вон у нее аж. Аж все шестеренки закрутились у нее. Где мое винище? Что это такое? Что-то это ее парфюм. Она не только пытается сказать мне о том, что она меня любит, но она и пытается заставить меня ее любить. Жесть. Что это такое? Она уезжает. Ну, типа, ну что, в последний путь дорожку, чтобы вас не помнить больше никогда? Или наоборот? А я не хочу заглядывать в ее сумку. Ничего себе, какая драматичная история. Так, подожди, это же вроде что-то про убийство должно быть, нет? Кто кого замочил? Ну, скорее всего, я ее замочил, потому что какого хрена она до меня домогается? Она принесла тяжелый чемодан. Странно. Что у нее на уме? Что у нее на уме? А может, она хочет меня подставить? Типа, я ее замочил. Так, ну давай бухать. Давай бухать, так уж и быть. А что? Я не хочу оставлять ее одну в спальне. Я ненавижу... звук. А вдруг она будет смотреть на мои вещи? Хотя не пугает, что она будет смотреть на тебя? На тебя еще не только посмотрит, но еще и полапает. Как быть потом-то? Как ты перед Феликсом-то будешь потом оправдываться, что произошло? Она уже какую-то косметику тут раскидала. Ты что, ты уже жить собралась, что ли? С чемоданами приперлась. Вещи раскидала. На, короче, бухать пойдем. Спасибо. Сладкое красное вино – это то, что мне было нужно. Давайте наслаждаться этой чарующей компанией. Будем друзьями во Христе, вот это все. Что вы на меня так смотрите? Я выгляжу жалкой, словно отчаянная женщина, пытающаяся получить то, что она хочет. Не волнуйтесь, отец. Я просто с вами немножечко повеселюсь. Ну, конечно. Я никогда даже о таком и не думал. Ой, вы слишком серьезно, отец. Расслабьтесь немного. Скажите мне, вы когда-нибудь были влюблены? Неужели никто не разбивал вам сердечко? Я не помню. Я сегодня свои таблетки не пил. Ни хрена не помню. Что это за ответ вообще? Я не помню. Вы заставили меня посмеяться. Ну, давайте, поделитесь своими воспоминаниями со мной. Никто не помнит, никто не может забыть свою первую любовь, первый поцелуй, первую ночь страсти. Какова она была? Я клянусь, что она все еще где-то у вас на сердце там есть. Хватит, давайте, завязывай пить и пошла отсюда. А что, даже так? Что у вас на уме? У вас есть секреты, которые вы не хотите делиться?
Просто шучу, отец, не переживайте. Да я и подбухнула так здраво. Но, как я и говорила, вино замечательное. Есть еще бутылка 10. Где подвал с вином? Я там буду жить. Это вы его используете для священной мессы? Или только для своих? Ой, кажется, тут становится слишком жарко. Ой-ой. О чем мы там говорили? А, да, в первом разе. Ну и чё, кого, как оно было? Подожди, не отвечай, я сейчас сама все расскажу. Вы девственник. Ты хочешь это исправить? Да, именно так. Вот почему вы стесняетесь. А я так должна была и подумать. Вы ж священник, вы ж... Это, в основном только сидите в церкви, и у вас никогда не было женщин. Ну же, давайте расскажите мне, ну, какие у вас желания плоти? Ты на что намекаешь, женщина? Ты что ты делаешь? Какая жалость, что ты священник. Нифига себе, а чё я такой борзый, такой резко? Завали хлебало. Завали хлебало, женщина! Не раздражение. Опа! Но началось. Ну что ты натворила? Ни хрена себе! Порнуха. Порнуха, жесть. Говорит, завари клубничный чай. Ну и чем это все кончилось? А после этого он ее мочканул, да? Это вот так ему по голове бьет. От вина головная боль. Что? А ты пришел посмотреть? Это последняя вещь, которую я ожидал. Но Феликс всегда был любопытный. И что, я Феликса убил? А где женщина? Боже, где женщина? Женщина ушла. Женщина ушла к Феликсу? Или Феликс расстроился, что вместо него была женщина? Или что? Или мне женщина вообще приснилась, это был Феликс? А, нет, вот она, кстати. О, нифига себе. Алло, спишь там? Он ее видел, он нас видел. Спасибо, что она не проснулась. Нифига себе. Как говорится, игра сделала одним человеком, человек вложил всю душу в этот момент. Да блин, вот сам виноват, Феликс, подавал мне таких журналов, теперь на меня женщины бросаются. Что мне теперь с этим делать? Ее может это в пакеты упаковать? Феликса в пакет упаковать? Мне кажется, Феликса в пакет упаковать как-то не особо. А ты не простынешь там? А что тебе с другой стороны? Ты что ты простынешь-то? Вот жесть. А я... А, блин, а что я переживаю? У меня же ног нету. Ни ног, ни штанов, вообще ничего мне не надо. Нет, и не надо. Так, а нет, я в полотенчике. То есть я голенький, просто... Просто так. Ну, в общем... Все началось с клубничного чая. Слышишь? Я сейчас пойду это... Я пойду разбираться. Что ты там видел? Слышишь, ты ничего не видел? Нам нужно поговорить о том, что ты видел. Я понял. Я вас не сужу. А желания плоти иногда бывают, берут вверх, но я всегда, типа, сдерживаю себя. Блин, Феликс, ну, смирись с тем, что я женщинам нравлюсь больше. Вот видишь, какой я, с каким томным взглядом, так что ты там страдай и никому ничего не говори. А то иначе, что называется, твою плоть усмирю еще и я кулаком по челюсти. А, это важно, не поддаваться желаниям. А что с вами теперь будет? Что с вами сделает этот опыт? А, я поговорю с моим отцом-конфессором. Хорошо. А теперь, если вы меня извините, я пойду спать. Я устал. А подожди, сколько ты там смотрел устал? Подожди, я это не договорил. А, вы все еще беспокоитесь об этом инциденте? А нахрен ты вообще приперся в мою комнату? Мы что, не там не закрываемся, что ли, или что? Что ты там забыл?
Типа, о, там какие-то женские стоны, пойду посмотрю. Кто тебя вообще пускал? А, что предполагаете теперь? Как предполагаете служить? Лучший шаг? Это кому-то, видимо, покаяться очень глубоко. Я вас, конечно, все еще не сужу. А, у меня тоже есть грешки. Да, смотреть за мной. Извините, я устал. Все, я пошел. Удачи. Удачки тебе. Ух ты, сука. Так, отлично. Женщина все еще на месте? Да, все еще на месте. Может, мне в душ пойти? Опа. Нифига, у нас ванна. Слышишь, женщина, вставай. Грех не воспользоваться таким моментом. Я уже нагрешил. Как говорится, грешить так грешить. Пошли, там ванна офигенная. Я в первый раз увидела, что у нас ванна офигенная. Пойдем. А что, я правда куда-то это с ней? Я не мог противостоять ее очарованию. Даже если я священник. Мы должны быть вместе, но... Я должен был отправить ее домой. Марина, Марина, вставай давай. Там ванна офигенная. Давай по-быстрому и домой иди. А чё? А чё произошло? Ой. Неловкая ситуация. О, господи. А как так произошло? Ты чё там её... Что случилось? Внезапненько. Она лежала безжизненная. А у нее было выражение ужаса. Кровь была изо рта. Как это случилось? Как это случилось? Как это случилось? А, что-то вошло в дом и преследует меня. Я в большой беде. Да, да, мужик, ты в большой беде. Блин, да как она могла сдохнуть? Спасибо, что играли. Блин, ну, конечно, на интригующем моменте они закончили. А на самом деле мне понравилась демка, неплохая. Она, конечно, да, действительно сделана бюджетно, но, по крайней мере, с душой. Интересно, как, чем закончится вся эта история. А на этом все. Обязательно подписывайся на канал, ставь лайк, ставь комментарий. Всем спасибо и всем пока.